Уральский «Трубник» завершил сезон. В решающем матче против красноярского «Енисея» первоуральская команда потерпела поражение, заняв 8-е место в чемпионате. С самого начала игры красноярцы начали атаковать ворота «Трубника». За первые 7 минут хоккеистам «Енисея» удалось забить первоуральцам 2 мяча. Затем «Трубник» наладил игру в обороне и даже пробился к воротам соперника. На последних секундах тайма Андрей Герасимов нанес удар, но голкипер «Енисея» отразил нападение. Третий гол от «Енисея» получился странным. Наш голкипер Прохоров ввел мяч в игру и решил убрать за пределы поля другой. Но едва он отвлекся, в ворота «Трубника» был забит еще один гол. Затем красноярцы еще трижды поразили ворота первоуральцев. В итоге наша команда проиграла со счетом 6-0. За день до этого соперники уже встречались. Тогда уральский «Трубник» также проиграл «Енисею». Физиологию не обманешь. Понятно, что тяжело играть 2 матча, да, с промежутком в 20 часов. Вот мы и не восстановились.